Всем привет! Наверняка многие из вас, даже не имея отношения к химии, хоть раз дослышали такой термин, как благородные газы. Давайте выясним, почему они так называются и что в этих газах такого благородного. К этим газам относятся гелий, неон, аргон, криптон, ксенон и радон. Ну и оганесон. Его открыли совсем недавно и свойства почти не изучили. Если мы посмотрим на таблицу Менделеева, то совсем несложно заметить, что все эти газы расположены по правому краю периодической таблицы. Дмитрий Иванович построил свою таблицу по количеству атомов на внешней энергетической орбитали. В каждом периоде атомы заполняют орбиталь, начиная от самого левого и заканчивая самым правым. А это значит, что каждый последний элемент в периоде будет иметь полностью завершенную энергетическую орбиталь. Как раз такими элементами и являются благородные газы. Если вы смотрели мой ролик «Почему взаимодействуют атомы», то знаете, что именно незавершенная орбиталь заставляет атом искать совершенство и взаимодействовать с другими. А благородные газы и так совершенны. Они настолько крутые, что не взаимодействуют ни с кем, даже сами с собой. Долгое время считалось, что благородные газы вообще не способны к химическим реакциям. Но особо рьяные химики создали экстремальные условия для того, чтобы заставить их хоть как-то проявлять свою химическую активность. А ксенон так и вообще способен вступать в реакцию даже при нормальных условиях. Итак, благородными газами называют такие газы, которые практически никогда не вступают в химреакцию благодаря полностью завершенной энергетической орбитали. Благородные газы еще называют инертными, значение неизменный. Вспомним, что, например, в физике инерция – это явление сохранения скорости. Первый по порядку благородный газ гелий занимает второе место по распространенности во Вселенной. Но из-за своей летучести он улетел с нашей планеты еще на ранних стадиях ее развития, а потому сейчас довольно редкий. А было бы его побольше, может быть, и история авиации двигалась бы совсем по другому пути. Дело в том, что дирижабли на заре своего строения заполнялись крайне взрывоопасным водородом и горели как баллоны с водородом. Гелий же является газом легче воздуха, но не проявляет никакой химической активности, говоря проще, он не горит и является идеальным наполнителем для дирижаблей. Быть может, когда гелий научится добывать в больших количествах, наша авиация вновь пересмотрит свое отношение к этим воздушным левиафанам. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели.